провела первый период, но видите, сели для него столько, что он плохо начал. Да. Судя по тому сезону, кто приезжает с Дальнего Востока, они как будто свежее выглядят. И у нас наоборот, и там все сильно больше настроен, мне кажется, даже на них. Нет такого, что они оттуда, вот, не свежими. Они часто не катаются здесь утром, боятся, они хорошей формой приехали. Что после первого периода Сибирь чуть-чуть отпустил инициативу, все хотелось в оборону. Да нет, я не скажу, во втором периоде уже еще забили и выигрывали 3-0. Ну, потом гол 3-1. Выходили на третий период сыграть на победу. Не дать ни одного очка заработать противнику. Так что не скажу, что мы как-то откатились. Просто играли по счету, по игре. Все. Все равно у тебя более приличная статистика по третьему периоду. Это ожидаемо, учитывая, что... Не знаю, честно, не следил, как играет Витязь, сколько у них там поражений, как они третий период играют. Я смотрю только за нами. Перед этим матчем у вас была хорошая пауза, 4 дня. Сказалось? Да не скажу, наоборот, отдохнули, больше эмоций, чуть-чуть такая микропауза была, так что я думаю, что это нам на пользу. Никит, ты так давно играл матч с микрофоном, сегодня другие бы эмоции были? Наверное, да. Тогда проиграли же, сегодня записали бы больше, мне кажется, красивых фраз моих.